Это уж Владимир Абрамович, участник Великой Отечественной войны. Народный артист СССР, художественный руководитель Театрального института имени Бориса Щукина. Приставал. Приставал, я говорю, приставал. Спасибо большое. Я рад, что под вашим руководством я служу уже, в общем, много лет. Ну и рад, что вы посещаете наше... Ну, искусство, которое мы представляем. Будем рады, если вы будете продолжать эту деятельность. Мы довольны.